мы тут все коллективно фотографируем тортик. Вот это преподаватель Элли. Элли, сделайте нам ручкой. Элли, сделайте нам... Покажите нам бебечку. Вот. Значит, бебечка, она еще... Ну, там она внутри. Балдеет. А вот у нас пирожок. Торт. Торт, я извиняюсь. Торт. На нем тут аист. И бебечка вот тут завернутая. И написано «Welcome, baby». Откуда взялся торт? Сделала. Кто сделал? Она сделала, она прибыли делала торт. Вы сделали торт. Да. А вы что, профессионально печете? Или нет, просто по зубу сердца? По зубу сердца. Ну, это первый раз в жизни у вас такое или вы? Нет, ну я уже год делаю торты. И декорации тоже. А вообще вы по профессии кто? По профессии лингвист. Okay. Вообще, но работаю строителем. Лингвист-кондитер. Вы у нас из Вильнюса, да, или откуда? Из Латвии, из Риги. А, из Риги, из Латвии. Да, да, да. Хорошо. Как вам тут у нас печется? Печется очень хорошо. Она дает все съедобно. Очень хорошо. Дается такие возможности в Америке. Нет, я имею в виду, профессия дается? Была профессия, дается. Это только для удовольствия. Это просто что-то такое. Это действительно произведение искусства. Извините, а этот... Аист съедобный? Я пошлю. Можно все съедобно. Все съедобно. Это Red Velvet. Так. Настенька, скажите нам от администрации, что вы думаете по поводу этого торта? Это произведение искусства, я такого никогда не видела. Безусловный талант женщины.